О, да, это же та самая закуска из простых ингредиентов, которая взорвет ваши вкусовые рецепторы. Нам понадобится 4 вареных яйца, чистим и натираем на терке. Подкатываем баночку печени трески, открываем и добавляем к яйцам. Туда же добавляем мягкий плавленый сырок, немного перца, каплю майонеза, разминаем все вилкой и перемешиваем. Это еще не все, теперь будет самое интересное. 2 куриных яйца взбиваем. Луковицу нарезаем очень мелко. Берем упаковочку вкусного мягкого батона, обваливаем его сначала в яйце, затем в луке и отправляем обжариваться на сливочном масле. Жарим наш луково-яичный хлеб с двух сторон до появления румяной корочки. Остается только выложить бутербродную пасту на батон, а сверху положить огуречные колечки. Поверьте мне, это очень-очень вкусно.